Те материалы, которые мы разбирали, мы неоднократно направляли их и в Казань, и направляли в судебные органы. Те материалы, они были, скажем, идеально составлены в том понимании, что потребитель все подписывал сам. Подписывал в добром здравии, подписывал без давления, на все соглашался, и поэтому судам было трудно принять решение о том, чтобы возвратить эти суммы через какие-то там, тем более в этом случае замешаны, не замешаны, а участвуют и заемные организации, банки.